Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 13 октября. Святая великомученица Злата Магленская. Родилась и жила в болгарском селении Слатино Магленской епархии. Умерла в 1795 году. Болгария в это время находилась под игом турок. С юности Злата отличалась необычайной силой характера, твердой верой во Христа, целомудрием и красотой. Местный турок неоднократно пытался прельстить девушку и заставить ее принять ислам. Но ни уговоры, ни угрозы, ни чудовищные пытки, продолжавшиеся в течение многих месяцев, не сломили духа славной исповедницы Христовой. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.